Время новостей на телеканале «Дом». В студии работает Дарья Вершиленко. Здравствуйте. Незаконные вооруженные формирования 9 раз за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Применяли запрещенное вооружение, артиллерию, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы возле Водяного, Луганского и Пивденного. Обстрелы были неприцельными, из украинских военных никто не пострадал. Электронный музей о российской агрессии создадут в Украине. Интернет-портал будет содержать информацию о ключевых событиях оккупации Крыма и вооруженного конфликта на Донбассе. Проект Украинского института национальной памяти создают при участии Офиса Генерального прокурора Украины и представительства президента Украины в Автономной Республике Крым. Первый тематический блок виртуального музея будет посвящен оккупации Крымского полуострова. В частности, основу портала составят результаты работы Департамента надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Офиса Генерального прокурора Донецкой и Луганской областных прокуратур, прокуратуры Автономной Республики Крым и города Севастополь, а также фото, видео, информация, данные из открытых источников и свидетельства, задокументированные неправительственными организациями. Президент Украины провел телефонный разговор с президентом Франции. Владимир Зеленский обсудил вопрос помощи Украине в получении лицензированной вакцины от коронавируса, а также пожелал Эммануэлю Макрону скорейшего выздоровления от COVID-19. Кроме этого, большое внимание уделили вопросу достижения мира на Донбассе. Эммануэль Макрон заверил, что Франция продолжит принимать все необходимые меры для продвижения в мирном процессе и подтвердил намерение осуществить официальный визит в Украину. Владимир Зеленский, в свою очередь, напомнил о том, что наша страна выполнила все договоренности Нормандской четверки, достигнутые в прошлом году в Париже. Благодарю вас за согласие помочь с ускорением предоставления вакцины против COVID-19. Это жест настоящей дружбы. Благодарю за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и наших мирных инициатив. Троим подозреваемым по делу крушения военного самолета под Чугуевом избраны меры пресечения. Командира Чугуевской воинской части Вячеслава Глазунова и руководителя полета взяли под стражу на 2 месяца без права внесения залога. Их подозревают в служебной халатности и нарушении правил полетов. Именно Глазунов утверждал план вылета в день авиакатастрофы. Там были предусмотрены так называемые конвейерные полеты, когда самолет после посадки сразу выполняет следующий рейс. По мнению следствия, это привело к тому, что экипаж узнал об отказе левого двигателя, находясь в воздухе. Командующего воздушных сил вооруженных сил Украины Сергея Дроздова отпустили под личное обязательство. Предотвратить наблюдать полетов в это время исполнял обязанности старшей и другой летной смены. То есть, как меня понимают, что я дал команду на конвейер, я не давал команду на конвейер. Команду на конвейер, во-первых, дает керевник полетик, который сидит. Да, старший летной смены его контролирует, может вмешаться и не допустить этого. Но я его предотвратить не мог, потому что я не был в то время на аэродроме в том месте. Военный самолет Ан-26, использовавшийся для подготовки штурманов, потерпел крушение 25 сентября в Харьковской области. На борту было 27 человек, 20 курсантов и 7 офицеров Харьковского национального университета воздушных сил Украины имени Кожедуба. Выжил в авиакатастрофе один курсант. Харьков прощается с мэром Геннадием Кернесом. В городе объявлен траур, перекрыты несколько улиц. Утром прошла панихида в Благовещенском соборе. После этого в Харьковском оперном театре проходит церемония прощания. Похоронят Геннадия Кернеса на центральной аллее второго городского кладбища. Он умер от осложнений, вызванных COVID-19, на 62-м году жизни в берлинской клинике Шарите. После смерти Геннадия Кернеса обязанности городского головы временно исполняет секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов. Согласно избирательному кодексу Украины, перевыборы в Харькове могут состояться 28 марта или 31 октября 2021 года. Однако для этого нужно провести все необходимые законодательные процедуры. Для того, щоб ми це зробили, треба ще 2 умови. Перша умова – це має бути звернення від виконуючого обов'язки. В даному випадку це, мабуть, секретар буде. Не? А друга умова – до того, як виникне це звернення, є там стаття 76, здається, в якій написано, що ця рада має прийняти рішення щодо визнання факту смерті. Рішення у нас всі ради приймають на засіданні методом голосування. Тому ми очікуємо зараз ці 2 факти.
Второй день подряд в стране выздоровевших от COVID-19 в полтора раза больше, чем заболевших. 15 372 украинца сумели одолеть недуг. Заболели 10 136 человек. Количество при этом госпитализированных почти 3000 пациентов, а 275 скончались. Больше всего новых случаев в столице, а также в Запорожской, Киевской, Одесской и Харьковской областях. Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, по уровню смертности в Европе Украина находится на 30-м месте. На сьогоднішній день Україна знаходиться на 30-му місці в Європі за рівнем смертності від COVID-19. Він нас становить 387 осіб на 1 мільйон населення. У Польщі цей показник 682 особи, у Франції 932, у Великобританії 1004 особи на 1 мільйон населення. Це досягнення, яке зроблено завдяки нашим медичним працівникам, завдяки провідним фахівцям. Разные страны не спешат снимать карантинные ограничения. Чехия еще на месяц продлила режим чрезвычайной ситуации. Жителям Греции запретили коледовать на рождественские праздники. А самая большая провинция Канады, Онтарио, готовится к повторному локдауну после Рождества. Ограничения будут похожи на те, что действовали там весной. Под запрет попадут все публичные мероприятия. Будут работать только продовольственные магазины и аптеки. Школы переведут в режим онлайн. Местных жителей призвали оставаться дома и выходить на улицу только на работу или за продуктами. Всего в мире заразилось почти 78,5 миллионов человек. Выздоровели от COVID-19 55 миллионов. Кинотеатры, музеи и зоопарки теперь будут платить меньше налогов. Так президент Владимир Зеленский решил поддержать сферу развлечений во время карантина и подписал закон о господдержке культуры, туризма и креативных индустрий. Детали в материале Валерия Бакуса. Поддержать отечественную культуру, туризм и креативные индустрии в эпоху коронакризиса – основная задача закона, инициированного президентом Владимиром Зеленским. Эта сфера понесла значительные потери от введения карантинных ограничений. Креативные индустрии обеспечивали около миллиона рабочих мест в стране. Ательеры говорят, снижение ставки НДС до 7% на услуги туризма ждали давно. Сейчас же в условиях карантина президентская инициатива просто спасительна. Цей законопроект, закон вже є дуже важливим для розвитку туристичної галузі України, адже він зробить наш український туристичний продукт, зокрема послуги готелів, конкурентно здатними з іншими європейськими країнами, де ставка ПДВ на сьогодні становить від 3 до 10%. На сьогодні знижена буде фактично собівартість послуг на 13%, так, вартість загалом. На готельні послуги, а також інші ті послуги, які входять до туристичного пакету. Для туристів снижение налоговой ставки в перспективе может означать снижение цен на размещение в украинских отелях. Что же касается отечественной киноиндустрии, то благодаря новому закону до 1 января 2025 года сохранится нулевая ставка налога на добавленную стоимость для всех операций, связанных с производством, дистрибьюцией, показом и тиражированием продуктов украинского кинематографа. Если производство идет дешевле, дистрибьюция идет без НДС, соответственно, реализация билетов кинотеатрами тоже идет без НДС на фильмы украинского производства и дублированные украинским языком, то, соответственно, эта стоимость не будет заложена в билетах. Поэтому и конечный потребитель, конечно же, покупает билеты дешевле. Однако снижать ли стоимость билетов в кино, театры и на концерты или же сохранить рабочие места, освободившись от налоговой нагрузки, каждый будет решать сам. И это справедливо, считает менеджер одной из популярных столичных концертных площадок Максим Шульженко. Ведь в первую очередь закон направлен на сохранение сферы развлечений в условиях коронакризиса. Есть два развития событий. Первый – стоимость билетов, возможно, станет меньше. С одной стороны, с другой стороны, если она меньше не станет, у организатора будет большее количество оборотных денег для того, чтобы развиваться и испытывать меньшую нагрузку налоговую, которая есть. Во время карантина это достаточно важно. Еще одна важнейшая коллизия решена благодаря закону о господдержке культуры, туризма и креативных индустрий.
Документ вводит понятие культурного гранта. Речь идет о целевой материальной помощи для реализации культурных проектов. Причем вне зависимости от того, будут ли это бюджетные или предоставленные международными грантодателями средства, они также освобождаются от налогообложения. Валерий Бакус, Сергей Ильинский, Киев, «Твой дом». Продолжаем следить за происходящим вокруг. Телеканал «Дом» есть в YouTube, Facebook, Instagram, Telegram. Заходите, подписывайтесь, комментируйте. И спасибо, что смотрите «Дом». Тут всегда ждут.